Всем привет, с вами снова Сиро, и сегодняшний ролик будет Энакин Скайуокер против Дарта Вейдера. Да, Энакин Скайуокер и есть Дартом Вейдером, но ихний стиль боя, ихний характер совсем по-другому. Что сказать о Вейдере? Вейдер злодей. И хочет убить всех джедаев. Вейдер никого не щадит, даже отрубил руку своему то есть сыну Люку Скайуокеру. Вейдер убил много людей, и он ученик Дарта Сидиуса. В Вейдере в душе есть доброта, но не такая, как у Энакина. А Энакин в противоположности. Энакин очень добрый. Всех жалеет. И еще бой Дарта Вейдера никак не напоминает на драке Энакина Скайуокера. Потому что Вейдера учил Сидиус. А Энакина Квай-Гон Джин и Оби-Ван Кеноби. Из-за этого его шние трюки похожи на них. Я думаю, главная причина стать Вейдером, наверное, Энакин стал потому что что Асока предала его, то есть не предала, а ушла от него. Но Энакин предал Орден Джедаев. У него в душе все доброе, но у него чуть-чуть зла. Если даже Энакин Скайуокер и Дарт Вейдер вышли бы в бой, по-моему, победил бы Энакин Скайуокер, потому что его учили великие джедаи Квай-Гон Джин и Оби-Ван Кеноби. А Вейдера сит какой-то, но не можно, нельзя его назвать каким-то ситом, потому что он самый сильный сит в галактике. Его учил Дарт Сидиус. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. С вами был снова Исидор. Всем пока!